Парни, если честно, да, молодчики. Солидная игра. Первые два периода четко, в третьем, да, молодцы просто отобрали. Да, они начали прессинговать, хорошо начали играть в атаке. Не стушевались, да, выдержали удар. Молодчики, молодчики. Амирчик, говори. Мужики, всех с победой. Красавцы. Двигаемся дальше. Лучший игрок матча сегодня, я думаю, что это Алексей Пустозеров. Амирчик, привет, тебя все слышат, поэтому спасибо тебе, ты наш шестой игрок, поэтому с тебя тоже с победой. Вот, а так, мы, мужики, все красавцы, здорово, что в конце выстояли, и давайте важные очки, идем дальше.